What's happening in here? Everything. Всем привет! С вами ваш комьюнити-менеджер Борис Волк. И я нахожусь сейчас в театре Paramount, где огромное количество людей собралось для того, чтобы наконец увидеть торжественное открытие нашей ярмарки изобретателей. Мы наконец-то окажемся в Каладеше после целых 6 месяцев, которые мы провели во мраке Иннистрада, и целого года ужаса, который мы испытывали перед Элдрази. Теперь же, как вы видите, вокруг нас все изменилось, и нас ждет невероятное буйство красок. Я же все эти дни буду здесь, и все эти дни буду снимать новые сюжеты для вас, которые будут размещаться в нашей официальной группе. Также не забывайте, что множество ярких мероприятий в рамках этого торжественного открытия будет транслироваться через Twitch TV. У меня за спиной находится сцена, мы сейчас на балконе, с которого открывается великолепный вид. Я надеюсь, именно с него нам удастся запечатлеть открытие ярмарки изобретателей. Who's excited for preview cards? Who's excited for new mechanics? Who's excited for packs? People! Whether you hail from distant fields, or greenbelt towns, or from our great city centers, this is your time! The Kaladesh Inventors Fair invites you, our best and brightest, to share your ingenuity with the world! As an official entrant, you may fuel your creativity with unrestricted ether access. Demonstrate that you can channel the ether into bold new creations. Showcase your ideas, your inventions, your genius. In this time when anything is buildable, you can invent your tomorrow today! За сегодняшний день произошло много интересного. Мы узнали, какие расы ждут нас в нашем долгожданном Каладеше, и мы узнали о 3 интереснейших новых механиках. И я надеюсь, что обо всем этом подробнее мне удастся поговорить непосредственно в интервью, в том числе с Марком Роузвотером, собственной персоной. Но теперь же я уверен, что всем вам интересно посмотреть, что находится рядом со мной. Это то, чему мы так долго ждали. Это превью специально для российского комьюнити. И вот он, наш огромный, действительно огромный друг. Я скажу вам по секрету, это самая большая превьюшка, которую выделили для нас, комьюнити-менеджеров. Итак, это превью специально для российского комьюнити, и на русском языке эта карта будет называться «Меха-гигант зарослей». Итак, это зеленое артефактное существо, конструкция за 3 бесцветных маны и 2 зеленых маны, 4-4 с пробивным ударом. Кроме того, у этой штуки есть следующее свойство. Когда она выходит на поле боя, вам дается 4 жетона +1/+1, которые вы можете распределить между целевыми существами как душе угодно. С вами был ваш комьюнити-менеджер Борис Волк. До новых встреч!